Хорошая динамичная игра со стороны двух команд. Если разделить по таймам, значит, первый тайм по количеству созданных моментов голевых 100%, наверное, это было 50 на 50. А во втором тайме, скажу, наверное, с полной уверенностью, что мы все-таки были ближе к победе, с учетом того, что не реализовали 11-метровый удар. Мы очень здорово начали на первые минуты второго тайма. И, как я могу еще раз повториться и буду повторяться, чего нам не хватило, просто немножко мастерства и опыта. Потому что видно было, что и Нафтан был заряжен на победу, и мы сюда ехали не за ничейным исходом, это я не буду скрывать. Обе команды играли на атаку, обе команды ошибались, создавали моменты. Я думаю, для зрителей получилась очень хорошая, интересная игра. Они не пожалеют, что пришли. Ну и с учетом того, что мы с Юрьевичем говорили, что он сказал, что, наверное, лучшее поле в нашей стране, я противоречить не буду, но для нашей команды это поле плохое, потому что оно очень медленное. А у нас все-таки игроки очень скоростные. Поэтому, наверное, если так абстрагироваться от всего, то, скорее всего, наверное, закономерный результат. Была очень напряженная игра. Считаю, что результат ничейный справедлив. Единственное, может, он должен был быть, ничья должна была быть результативной. Потому что и у нас моментов, особенно в первом тайме в начале, было достаточно. И у Минска то же самое. Ну, я считаю, что две достойные команды сегодня схлестнулись. Футбол очень хорошего качества был. Скорости были большие. Вот. Поэтому я думаю, те зрители, которые были на стадионе, они получили удовольствие от футбола. И хочется не как дифирамбы побить, а просто такую констатацию факта. Мне очень понравилась команда Минск своей игрой. Молодые ребята, вот так, наверное, оно и надо. И за счет этого мы наш футбол поднимем, потому что только через молодое поколение нам надо прийти к какому-то общему знаменателю и повысить качество и футбольное мастерство. Вот. Своей командой я тоже доволен, если не считать первые 15 минут второго тайма. Вот. Что случилось, пока тяжеловато. Это не то, может, нас ошарашило именно темповая игра такая, которую мы в первом тайме, мы все-таки в движении не уступали, а в начале второго тайма, пока мы разобрались, так у нас уже и пенальти был, слава богу, повезло, не реализовали его, но вот здесь был маленький минус у наших ребят, я это им после игры на собрании таком коротком и высказал, хотя искренне и поблагодарил за игру. Они сегодня достойные были, играли достойно.